Мама, почитай мне сказку. Жил на свете прекрасный принц по имени Виктор Победитель. Родился он под знаком тельца, и с самого детства он рос целеустремленным, решительным, мужественным и сильным мальчиком. И вот когда принц Виктор вырос, он встретил принцессу небывалой красоты. Звали ее Юлианну. Виктор Победитель сразу влюбился в красавицу и сделал все, что было в его силах, чтобы добиться ее. Он ухаживал за ней целых 6 лет, и, наконец, принцесса Юлианна сдалась и приняла предложение руки и сердца. Вот уже 13 лет Виктор и Юлианна вместе. Их любовь настолько крепкая, что никакая злая сила их не разлучит. И в доказательство этой любви добрый волшебник послал им маленькую принцессу Яну. Когда принцу исполнилось 35 лет, старшие и младшие принцессы решили найти для своего любимого папы и мужа самый необычный подарок. И оказались они в волшебной стране, полной опасностей и приключений, которые им придется преодолеть, чтобы найти самый лучший подарок. Stomped on his head with those blue suede shoes. Go, 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 go
Джеймс Бонд. Они долго искали, а оказалось, что самый лучший подарок все это время был рядом.